Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – чешуйница. Чешуйница – небольшое насекомое, обитающее в жилых домах. Второе название этого вредителя – сахарная чешуйница. Для чешуйниц характерно следующее. Небольшие размеры, тело этого насекомого имеет продолговатую форму, его длина в среднем составляет около 10-12 мм. Источником питания выступает крахмал. Поэтому насекомые предпочитают селиться в жилых домах. Насекомые обладают поразительной выносливостью и плодовитостью. В среднем они способны находиться без пищи примерно около 10 месяцев. Фактически для людей чешуйницы безвредны. Они не являются переносчиками болезней и не кусаются. Вреда от чешуйниц не очень много. Проблема скорее в эстетике. Приятных ощущений от появления таких соседей тоже мало. Столкнуться с крупной чешуйницей в ванной комнате или на кухне – это не очень приятное ощущение. Причиной появления насекомых могут послужить комфортные условия для них в вашей квартире. Это повышенная влажность, темнота и тепло. Под описание отлично подходит ванная комната. Там наиболее часто хозяева замечают неприятных соседей. Фактически сахарные чешуйницы являются безвредными насекомыми. Но мало кому приятно такое соседство. Чтобы эффективно решить данный вопрос, потребуется своевременно начать борьбу с этими насекомыми. Именно это играет важную роль, ведь чешуйница распространяется огромными темпами. Невмешательство в ситуацию приведет к тому, что их будет с каждым днем становиться все больше и больше. А также не забывайте ставить лайки нашим видео и подписываться на наш YouTube-канал.